Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией, образцовый ансамбль классического танца «Золушка» завершил учебный год победами в международных соревнованиях. Образцовый ансамбль классического танца «Золушка» детской школы искусства Амурского муниципального района завершил 2019-2020 учебный год победами в международных дистанционных соревнованиях. Чтобы успеть отснять видео для участия до введения ограничений, нужно было очень поторопиться. По плану до ответственных выступлений в тот момент оставалось больше месяца, и концертная программа все еще находилась в процессе подготовки. Пришлось срочно подгонять и дошивать костюмы, доделывать фонограммы, уменьшать техническую сложность и даже заменить часть программы. Международный конкурс классического танца «Вальс цветов» был организован в начале мая Международным союзом хореографов для поддержки молодых танцоров в сложных условиях этой весны, когда закрыты студии и школы и отменены долгожданные мероприятия. «Вальс цветов» целиком посвящен одному направлению хореографии – классическому танцу и уникален своим размахом при такой узкой специализации. Конкурс собрал более 400 номеров и 70 коллективов участников из Румынии, Великобритании, Египта, Латвии, Испании, Украины, Турции, Казахстана, Киргизии и России. Также впечатляет состав жюри, в который вошли солисты ведущих театров, преподаватели отличных школ, представители известных балетных династий. На конкурс «Вальс цветов» ансамбль «Золушка» представил массовые постановки. Старший состав получил звание лауреата первой степени, средний – лауреат второй степени. Также ансамбль принял участие в конкурсе классического танца Dance Premier Class, международном проекте культурного обмена между Россией, Испанией и Францией. Постановки ансамбля, как сольные, так и массовые, были оценены иностранными жюри высокими наградами лауреатов первой степени.